Николаевск на связи. Немного о событиях. Небезопасным оказалось посещение магазина по улице Советской, обещанные и громко заявленные качественные китайские товары оказались не так уж доступны. 23 июня иностранные граждане, которые торговали в магазине, напали на покупателя, выказывая признаки ярко выраженной агрессии. Подобные поведения иностранных граждан явно ставят под сомнение их адекватность окружающему миру и лояльности к жителям нашего славного города. Возможно, в Китае принято хватать покупателей за одежду и оскорблять, но в Николаевске-на-Амуре такое поведение категорически недопустимо. Возможно, иностранным гражданам удастся избежать депортации. И тем не менее, для профилактики подобных случаев и во избежание впредь написано заявление в соответствующие органы. Читатели ТВ-блога будут уведомлены о ходе рассмотрения данного вопроса. Напоминаем, что вы смотрите еженедельник Николаевск на связи. Подписывайтесь на блог, присылайте свои интересные видеосюжеты. Интересные видео будут опубликованы, а интересные и самое главное, правильно заданные вопросы помогут сделать жизнь нашего города лучше. Возможно, среди молодежного движения нижнеамурских блогеров найдутся такие блогеры, кто захочет выполнить видеорепортаж из магазина с китайскими товарами, но... Будьте внимательны, иностранные граждане не приветствуют Конституцию Российской Федерации, которая в пункте 4 статьи 29 впрямую разрешает вам проводить видеофиксацию и сбор информации прямо на рабочих местах тех, к кому вы обращаетесь в данный момент, будь перед вами хоть чиновник, хоть продавец. Если укусил клещ, что делать в этой ситуации? Жители города и района. Но кого из нас не кусал клещ? Каких людей очень много. Если укусил клещ, это не повод для паники. Обращайтесь в Николаевскую ЦРБ и, как уверяет главный врач Кондакова Анжела Павловна, вам обязательно помогут. Для лечения все препараты у нас есть, а прививка делается бесплатно. И тем не менее в редакцию ТВ-блога неоднократно обращались жители города и сообщали о фактах обращения в Николаевскую Центральную районную больницу, где им отказали в инъекции препарата иммуноглобулин по причине отсутствия в больнице этого препарата. Таким образом, информация, полученная по этому вопросу от жителей города и от руководства больницы, расходится. Поэтому, дабы поддержать руководство больницы и жителей города, в Министерство здравоохранения Хабаровского края написано обращение с просьбой оказать содействие в приобретении и поставке для Николаевска на Амуре препарата иммуноглобулин. Между тем, коронавирус пока не отступает. В Николаевске продолжается вакцинация антиковидной вакцины «Спутник В». Врачи готовы вакцинировать всех, у кого нет противопоказаний. Своим личным примером в РИО-губернатора Хабаровского края Михаил Владимирович Дегтярев доказывает необходимость и безопасность вакцинации. Внимание, сюжет. Здравствуйте, здравствуйте. Здоровья вам да. всем. Расслабимся, все хорошо. Не больно? А как хотите? Если брать по курсам, то это второй курс ⁇ ревакцинация. Я забочусь о себе, о своих близких. Хочу еще и подать пример людям. В Николаевске на Амуре много сознательных людей. И понимая важность того, чтобы все чиновники были здоровы, многие жители города и района готовы уступить очередь на вакцинацию всем чиновникам нашего славного города. А в случае нехватки этой вакцины уступить свое право вакцинации для наших дорогих и уважаемых управленцев. Друзья, а вы заботитесь о своем здоровье? Ударными темпами устраняет замечание по ремонту входной группы фирма, принявшая на себя обязательство провести работы по капитальному ремонту в КГБУС НЦРБ, детская поликлиника по улице Кантера 26а. В ходе расследования выяснилось, что ремонтные работы в детской поликлинике выполняла подрядная организация по государственному контракту, выиграв аукцион на сайте госзакупок. Общая сумма контракта составляла около 4,5 миллионов рублей и выполнялась фирмой-партнер под руководством генерального директора Гаврилова Александра Анатольевича. Как вы помните из прошлых выпусков, деньги на ремонт детской поликлиники надо было освоить, и они были освоены. Облицовочная плитка осыпалась, а бетон, залитый с нарушением технологий, раскрошился, как только сошел снег. По результатам работы руководство Николаевской ЦРБ выставило Гаврилову претензию. Претензия была принята, и вот по одной, по две плитки в день входная группа перелицована кафельной плиткой. Вопрос до конца не исчерпан, материалы об этом будут поданы отдельным блогом. Стоит добавить, что капитальный ремонт поликлиники и входной группы обошелся по государственному контракту в сумму около 4,5 миллионов рублей. Уважаемые подписчики, а вам на ремонт квартиры хватает 4,5 миллионов? Или все-таки маловато?